Всем привет! Сегодня хочу записать краткий видеообзор по созданию Ethereum кошелька. Кошелек будем создавать на сайте ethereumwallet.com. Знаете, очень такой простой кошелек в создании. Просто переходим по ссылочке, нажимаем зеленую кнопку Launch Beta. Это еще бета-версия кошелька. Большую сумму я на нем не рекомендую вам хранить, но для работы очень удобный кошелек. И в его создании. Просто переходите по ссылке, да, здесь нажимаете кнопочку «Создать кошелек с паролем». Вводите мышечкой по значку Ethereum. У вас заполняется этот значок. Идет создание адреса на вход в ваш кошелек. Все. Заполнили. Теперь нам предлагают ввести пароль. Для этого что мы делаем? Открываем блокнот. В нем пишем. И сразу здесь же в блокноте придумываем ваш будущий пароль. К примеру. Вот такой. Так, копируем. Далее идем на сайт. Вставляем заранее приготовленный нами пароль. Нажимаем на зеленую кнопку. Повторяем пароль. И снова жмем зеленую кнопочку. Все, ваш будущий кошелек создан. Обязательно копируем его адрес. Для этого можете просто два раза нажать на левую кнопочку мышки. У вас копируется адрес. Вы его блокнот. В нем пишите адрес. Вставляете. Еще смотрите, что очень важно. Очень важно. Обязательно. Обязательно. Смотрите. Идем в браузер, где вы только что создавали кошелек. Выделяете эту ссылочку и обязательно копируете ее и вставляете в блокнот. Так как если вы этого не сделаете, вы не сможете попасть в свой кошелек. Так же само вы не сможете восстановить пароль. Поэтому и обязательно сохранить это все сразу в текстовом документе и желательно хранить на флешке. Далее. Сейчас вам покажу, как вы можете отправлять. Здесь деньги. Нажимаете на кнопочку Send. К примеру, вам дается адрес кошелька, на который вы должны отправить деньги. Вставляете ее в этом окне. И здесь прописываете сумму, которую вам нужно отправить. Все, далее нажимаете кнопочку Send. И, знаете, деньги моментально... вам еще, по-моему, предлагают подтвердить. И здесь, после подтверждения, вы видите всю свою транзакцию операций. Вроде бы все. Не забываем сохранить свои все данные. Все, всем спасибо за внимание.